Здравствуйте, дорогие зрители! Пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Вот я сам с Алматы, вот скажите, когда вы смотрите, это не важно, это не реклама, Каспий, Русанбанк, Халыкбанк, или там на сайте смотрите, в официальном инстаграме смотрите, вы хотите с видео. Да, в инстаграме вы найдете видео, но, опять же, я видел там очень некачественное. И там как реклама снимает. А вы хотите, например, увидеть этот шкаф, например, мебель Азия. Она дешево стоит, и вроде все нормально. И вы хотите, например, видеть с видео. В итоге что? Вы не видите с видео, только с картинкой. И то многие картинки здесь вообще некачественные, понимаете? Это что такое? Нет, я не говорю, что это интернет-магазин виновата. Просто то, что это вообще о чем видео? Я спросил у трех магазинов мебели, чтобы я снял видео и выкладывал в YouTube. Они отказались. То есть я делаю им бесплатную рекламу и выкладываю в YouTube видео. И опять же, с моей стороны это хорошая попытка помогать, опять же, вам, людям. Вот, например, опять же, я сделаю пример, например, вот смотрите, люди смотрят, например, опа, понравилось, и цена хорошая, и шкаф отличный, зеркальный, ого, мне нравится, и имя такое приличное, давайте вот заходит и смотрит. И то, что здесь? Сборка только. Ну что это такое? Смотрите, сборка вообще. То есть клиенту нужен не сборка, а реально со стороны как выглядит качественное видео. Я вот это в 4К хотел снять каждый шкаф. Вот, например, не отвечает. Вот. Я верю, что они прям прочитали. Вот тоже. То есть я написал и на почту, и на сайте, только не звонил, как-то не хотел. Вот, например, смотрят, вот хорошие вот. Здесь 99%, если вы хотите начать YouTube-канал, пожалуйста, вы можете снять мебель, это как бы вам подсказка, как-то вам урок. Как бы. Ну, то есть идеи вы, например, не знаете, реально просмотры будут, например, человек хочет, вот он скопирует, например, вот стенд, например, и так, человек скопировал, да, все в одном, и, а, кстати, покупка здесь нормальная. Да, человек скопировал, вставил в интернет, и что у нас? Нету, видео нету, понимаете? Я в YouTube все проверял, все анализировал, 2-3 дня прям анализировал. Несколько часов анализировал. И реально, я вам говорю, 99% нету. Ну, имею в виду, видео нету. А вообще, такая идея мне пришла. Хотел сам, конечно, купить в рассрочку шкаф. И что? Смотрите. Один только. И что, нету видео? Вот только один. Реально меня удивляет то, что им лень, что ли, им... Ну, это неуважение же. Смотрите, один только картинка, один фото. Нельзя ли бы снимать внутри? Какая планировка? Характеристика? Ну, ладно, характеристика здесь есть. Но сбоку хотели... Хочется же посмотреть, как сверху, сбоку. Открыть внутри как будет. Нет, только один фото. И то как будто прям нарисовали. Извините за мою эмоцию, но все-таки бесит вот это. Неважно, Каспий, Форте, Жусан, Халык, нету видео, понимаете? Даже интернет-магазин ленится. Ой, слов нет. Расскажите, кстати, замотивируйте меня. Хочу вам задать вопрос. Вот когда вы вот, выбираете шкаф, мебель, неважно, вы только смотрите картинку, вы хотите же посмотреть и видео? Вот, расскажите в комментариях, напишите, пожалуйста. Буду очень признателен и спасибо, благодарю за просмотр, извините за мою эмоцию, но все-таки бесит. То, что они мне не разрешили, вот это мне бесит. Я им делаю рекламу, бесплатно снимаю, и ухожу, и выкладываю в YouTube, и оттуда оставляю их номер. Нет, отказ. Не разрешается. Но в любом случае, не знаю. Я сам человек такой, не люблю спрашивать, клянчить, ну... Понимаете, я хотел просто помочь людям, и тут такой, блин, бесит. Спасибо за просмотр. Ну, здесь тоже 99%, да здесь 100%, кажется, нет. Я еще до сих пор видео не видел. Подпишитесь, ставьте лайк.